Но главное, мы знаем, кто такой Сталин, понимаете? По сравнению со Сталином, Гитлер — это ангел русской истории. Потому что Гитлер при всем желании не погубил столько людей русских, сколько погубил Сталин. Гитлер по свой народ не кушал. Не уничтожал, да. Не уничтожал, там, единично, выборочно. Я, опять же, где-то на первом-втором курсе в кофеварке нашего института объяснял друзьям, понятно, стало известным тут же на Лубянке, что вообще досадно, что Сталин не проиграл войну Гитлеру, потому что все равно бы, в конце концов, союзники бы нас освободили, но тогда англичане и американцы бы нас установили демократию, а вместо этого восстановился людоедский сталинский режим. Вот, понимаете.